много деньги, много любви. Много секса, порно и... Уйди. Тогда обычно девушки берут для того, чтобы куда-то выйти, аккуратненько, да. Нормально так, секунда. Еще один интересный факт. Это Д... Что там было? Лампы. Хотите себя почувствовать телеведущим? Попробуйте, но... Хотите попробовать себя в качестве телеведущего? Да, пожалуйста. Даже не думайте. Ну, а мне самое время вернуться обратно на миссис Москва, ведь... Какой рукой делать? Да любой. Всегда мой постоянный вопрос. Какая песня ассоциируется с сегодняшним фестивалем ПЭФ? Была другая песня, а сейчас мы начали говорить о сексе, я вспомнил сразу Эммануэль. Помнишь вот этот фильм? Вот это. Вот. И так тебе хочется и так покружить, и маму кутюр тоже покружить. Ох! Какая песня ассоциируется с сегодняшним мероприятием? Куле, ма нägin, täna oli Rukki Verhi reklaam Tallinnas. Ja siis ma kõndisin sellest mööda ja mõtlesin, 18 неужели. И целуй меня везде. 18 Не уже! Конечно, вместе с нами. Но помните, что мода, она быстротечна, но ваш собственный индивидуальный стиль... Так хорошо было, а? Все нормально. Да. Розочки должны быть на самом деле не в голове, а у вас в руках и желательно от любимого человека. И тогда вас точно, как сказала Екатерина, не стошнит. Зато весело. Слушай, здесь муравьи ползают везде, да? Заметил? Это могут за яйцо укусить. Ну, а мне, конечно, прямо на закате хочется искупнуться в этих прекрасных водах. Какого океана? Солнце, а главное, огромное количество фруктов позволят вам держать себя в такой же отличной форме, как я. Но еще начинается жаркий сезон. Он длится с мая до... Я забыл. Иногда у людей это не... Знаешь, мне приходит песня Little Big. Вот это скибиди-уап-па-па. Всем женщинам привет, передаем всем, пожалуйста. Ну и, конечно, всем мужчинам, пускай нас смотрят. Мужчинам, в этом сезоне мы вас ждем обязательно и в Эстонию. В этом сезоне поем о Робинзоне. Точно. Ну, конечно, такое, как сейчас у меня. Тайлин Доллс. Ага. Вопрос нет, Грет Хербер. Нет, это как я. Яркие краски. Никакой тусклой зимы. Диана Арнапути. Ты что? У меня же лучше. Смотри, мои краски. Я золотая, я красивая. Вот так девушки дерутся за свой гардероб. Были белее снега, свадебные цветы. Мне улыбалась ты. Это было как во сне, чтобы ваш сон был вместе с нами на канале 3+. До встречи в новых сюжетах. Пока! Муа! Составляющая часть. Мы просто живем в однушке в Алтуфьево. Да. А если Алтушки в однушке? В Алтушке они живут, да. Они сказали все заготовки еще с позапрошлого года. Вот. Не живем мы уже в Алтушке. Где живешь мы? Ты в Алтушке, че ты? Я одна осталась, да, в Алтушке. Смотрите программу «Стиль жизни» на канале 3+. Поехали! Смотрите программу «Стиль жизни» на канале 3+. В Эстонии и в Латвии. Ура!